Здорово, здорово. Привет. Здравствуйте. Да зачем нам большой онлайн, пацаны? У нас нормальный свой уютный между собойчик. Когда много в онлайне, приходится постоянно банить, читать всякую хуйню, а так как бы так оно поспокойней, покомфортней, поуютней, да. Ну что, с чего бы начать? Давайте начнем с того, что на улице говняная погода. Ребят, еще раз кто-нибудь будет писать опять: жена, Кристина, чё, как, где, кто, буду банить, и все, не ваше дело. Значит, начнем о погоде. Погода весь день говно, дождик льет, на улицу я не выходил, привет. Вот, весь день усердно грузился углеводами, ну и, естественно, белком. Вот. Так, что, на сегодня у меня остался еще рыбу закинуть. Опа, закинуть рыбу, и там чуть-чуть курицы я еще не доел. ЦНС? Ну, а что ЦНС? Периодически устает, периодически восстанавливается. Ставил инс, зачем на сушке его ставить? Естественно, восстановление. Зачем же еще ставить инсулин на сушке? Вот. А, творог еще за сегодня надо скушать мне. На сегодня у меня еще творог. Решил для разнообразия выйти к вам после того, как поем. Вот, поэтому вышел к вам сразу после еды. В Алексеево, да, ужасно душно, с открытыми окнами тренируюсь. Кондеев там, естественно, нету. Ну, а что делать? Да-да, ты очень оригинален. Теперь иди, куда шел. Белок из творога, конечно, считаю, почему же нет. Че, как у вас дела? Кто тренил, кто не тренил? Нет, на мои силовые ничего не влияет. Ребят, еще раз говорю, на тупые вопросы школьниковского, как бы сказать, уровня я отвечать не буду. Если кто-то из вас не соображает, что такое диета, блядь, на подготовке к соревнованиям, идите и гуглите реально от души. Просто не ебите мне мозги, или я просто буду вас банить. Полила сегодня цветы. Молодец. Явно ты не из Питера, потому что если бы твои цветы, привет, Эврика, были в Питере на балконе, и полил дождь. Добрый вечер, пятница, Валерий. А, док, добрый вечер, добрый. Так, ну что еще? Ах ты, скотина, пиццу он закинул. Кому пицца, а у кого куриные грудки с рыбой? Так, ну все, начинаю банить, чтобы... Не могу, просто не могу. Ну, духота, что поделаешь. Ничего не поделаешь, вот такая погода. Так, сейчас я камеру переключу на себя. Привет. Привет. Вот. Я. Да. Да, Дронич, да. Я знаю, что звук хуже, но вы же не будете в стенку смотреть, правда? Наверное, интереснее смотреть все-таки на меня. Не в курсе, что у меня снова ареной, но я ничем не могу тебе помочь. Это примерно так же, как если я спрошу тебя, что у тебя с твоей работой предыдущей. Как у тебя дела на твоей предыдущей работе? Как у вас, ребят, дела на ваших предыдущих работах? Я просто не в курсе, нормально все, нет? Как так? Толик, так не должно быть. Ты должен быть в курсе, что у тебя на твоей предыдущей работе. А то вот меня про мою предыдущую работу спрашивают. В Питере мороза нет и снега нет, но есть дождь и холодно. Приятно, София на каждый мой сеанс заглядывает вообще прям от души. Прям, София, ты через пару месяцев будешь такой же мой корифан, как Эврика, прямо.
Сегодня, да, сегодня выходной, я же 3 через 1 тренируюсь, вот. Соответственно, получилось 3 дня потренировался, и сегодня у меня как раз выходной. На самом деле, это очень-очень меня обрадовало, когда я проснулся сегодня с утра и понял, что мне сегодня не надо тренироваться, я могу отдохнуть. Это, конечно, просто лафа, потому что вчера после треньки спины я, конечно, был никакущий. Я брался вчера просто нереально. 7 упражнений на спину, плюс еще 1 на трапецию, плюс еще 2 упражнения на пресс. Это было, сука, жестко. Нет, это было не жестко, это было жестоко. Вот. Но зато пробил, конечно, спину везде. Ну что, ты идиот, да, поздравляю тебя. Тебе осталось только рыбий жир теперь у дочи купить, и все будет хорошо. Да нет, дрончики, семинары. Сейчас кроме подготовки ничего больше мне не нужно. Предтрен я не использую, ребят. Нет. Зачем? Я уже объяснял по поводу предтрена. Говорю, зачем ЦНС и так очень сильно на взводе. Зачем ее еще крутить дополнительным дерьмом? Не надо. Сегодня целый день лежал, смотрел сверхъестественное и кушал. Что ж еще делать? Больше ничего не делал. У меня со сном, да как тебе сказать, просыпаюсь часто, я уже об этом говорил. Неглубокий сон, к сожалению. Давайте, давайте, говорите со мной. Нормальные дела, лежу, отдыхаю, с вами разговариваю. А вот Софию не надо трогать. София уже наш постоянный человек. Днем и утром? Да под настроение. Сон наладит таблетка. Не Виагра случаем, нет? София, у меня к тебе совет. Не вступай никогда в конфронтацию. Потому что это всегда затягивается, и будете друг друга бомбить в переписке, кто кого. И превратите это все в спам. Привет, Константин, привет. Гостюзин исчез, комфорт не стало. А что это он исчез? Расскажите-ка. Я просто не в курсе. Блин, я помню про бороду. Самому стыдно, ребят. Мне так было лень, что я весь день лежал. В США. Маруша. Очень рад за Гостюнина. Перспективный очень. Очень перспективный. Я думаю, скоро в губернаторы Калифорнии баллотироваться будет, не иначе. Да какая впадла, блядь, я к соревнованиям готовлюсь, о чем ты говоришь? Да не, она уже напрашивается на то, чтобы ее побрить. Да, ты один нихера не слышишь. Пожалуйста. Ничем качеством отличается, только и все, безопасностью. Действующее вещество одно и то же. После какой травмы? О чем речь? Борода, бородка, бородище. Подписчик, иначе бьет тебя, привет. Блять, смотря какая травма, по-разному бывает. Не знаю, ничего не могу по этому поводу комментировать. А кто тебе сказал, что курицу нельзя жарить на тефлоне? Это откуда такая? Из 80-х информация? По старинке готовитесь на вареной куриной грудке? Ну что я могу сказать? Дебилы вы. Реально дебилы.
типа, если грудку, блядь, пожарить на сковородке, вот, то тогда, короче, она сразу же автоматически становится вредной, даже если туда не добавлять масло, да? Понятия не имею ничего про кокосовое масло. Ну, так, конечно, вкуснее. Зачем же мучить себя, блядь, и жрать то, что невкусно? Если можно приготовить в другом виде, абсолютно с такой же калорийностью, никак не поменяется ничего, кроме вкусовых ощущений. Привет, Summer Rain. Вишневский, конечно, знает, что его зовут Вишня, естественно, знает. Нормальное настроение. Все могут составить мне конкуренцию, а у кого получится, не знаю. Самое долгое было с 2008 по 2012. Я посмотрел крайний сезон, закончил смотреть. Ну, спасибо тебе, Рил, за твои 3000 лайков от души. Бананы жареные, нифига себе. Когда я грудь надорвал. Качаться, София, завтра пойдет опять тренировочка легких куриных бедер. Не, ну бедра куриные легкие не бывают. Да. Конечно, пиздеж. Но если только это не уровень чемпионата двора. Или, да нет, ну в принципе, я думаю, что и на чемпионате Питера тоже такие выступают. Но это те, кто в массовке стоит, наверное, возможно, да. Завтра будет... Что завтра будет? Зад бедра? Завтра будет зад бедра и ягодицы. Руки будут послезавтра. Об этом все знают, нет, не расскажу уже. Одно и то же, я же говорю, не люблю по миллиону раз рассказывать. Если кто-то не в курсе, тот не в курсе. Много делаю упражнений на зад бедра, все рассказывать, конечно, тоже не хочу. Свои секреты уже, но это целая большая отдельная тренировка. На машине, да, минут 30, не больше, может 20, как по пробкам. Все по классике, ребят. Без секрета, все по классике. Конечно, будут новые видео. Пока я еще в адеквате, будут. Да. Собачка лижет. Но я надеюсь, она тебя лижет где-то там на уровне ноги, не выше. Тогда все в порядке. Да-да-да. Сегодня, да, что-то ровненько как-то, даже удивительно, не правда ли? Наверное, все в ночных клубах дураки. Тусят булками. Нет, школьники на летних каникулах. Кефир с клубникой, нихуя, вот это тебя пронесет. На танцполе, да, слушаться в натуре. Без жиросжигателей, да?
пептиды, да, конечно, пробовал. Что-то работает, что-то мне непонятно. Кстати, о пептидах хочу вам сказать. Теперь пептидами буду торговать я. Идет очень большая партия пептидов, так что, кто собирается затариваться пептидами, готовьтесь, я скоро опубликую информацию, что пришло. Ну, будет все, естественно. Все, что нужно. Так что я расширяю диапазон своего воздействия. Теперь у меня не только два вида гормона роста, но еще и пептиды. Вот. Федоров, да, мне тоже кажется. Сармсы скоро будут, пока что еще это все на стадии подготовки, но с сармсами мы работаем. Ну а че, я плохой разве барыга? Я нормальный барыга. Все, кто со мной работал, знают, что работать со мной заебись. Я не наебываю. Я зарабатываю, вы получаете хороший товар. Все по чесноку. Вот если бы я не зарабатывал, поверьте, вы бы тогда получали говно. Вот. А если я зарабатываю, значит, и товар идет хороший. Вот. На сушке. Короля анаболиков, куда его двигать-то? Я не знаю, чем там занимается король анаболиками. Наверное, анаболиками? Нет, у меня, блядь, своя ниша. Мне ничей трон не нужен. То, чем, блядь, я занимаюсь, у других возможности заниматься нет. Вот я и занимаюсь. На Растан ни у кого из них выходов нет и не будет. Вот. На Хайгет, ну, скоро будет так, что Хайгет это тоже будет. Можно взять Хайгет оригинальный только у меня. Ну, и он и так практически весь сейчас идет через меня, Хайгет. Вот. С пептидами та же история, у меня только оригинальные пептиды будут, в которых заявленное количество вещества будет четко соответствовать тому, что внутри. В чем разница, спросите вы, я вам объясню, просто настолько рынок весь растан только через меня, либо через аптеку, но в аптеке будет сразу, говорю, в два раза дороже, идите проверяйте, никому ничего не доказываю, со временем сами ко мне придете, это уже проверено. Все, что торгуют с рук дешевле меня, продают вам воду. Потом не удивляйтесь результатам анализов. Должен идти в отдельной упаковке с блистером, с инструкцией, с фирменной коробкой, с номером партии. Таких вы нигде, кроме аптеки, меня не купите. Так что тут все ясно. Что касается пептидов, ну, я не попрошу у вас рецепт. Что касается пептидов, там все очень просто в плане мухляжа. Заявленного вещества вам сыпят в несколько раз меньше. В итоге вы его колите, результат анализа он вам показывает, соответствующий, который, соответственно, вы и ожидаете увидеть. Вы его видите, потому что он фон дает, но результата он не дает. Соответственно, потом вы начинаете задумываться о том, что ваши пептиды какие-то, блядь, нерабочие, нахуй они вообще нужны. На деле все довольно-таки просто. Если, соответственно, пептиды у вас с заявленной концентрацией, все соответствует тому, как написано на банке, то работать ваш пептид будет. Но таких пептидов на рынке вы сейчас не найдете. Это не маркетинг, опять же, вы это также все узнаете, как только я партию привезу, вы у меня их закупите себе на пробу, проставитесь, и сразу же вам будет с чем сравнить, вы все поймете. Так что вот. Поэтому я бы не называл себя все-таки барыгой, я бы называл себя как-то иначе. Пептиды только потом, в смысле потом. Можете как хотите называть, если честно, мне по барабану. Главное, я же говорю, все очень просто. Я продаю, блядь, рабочие качественные вещи, поэтому мне ни за что не стыдно. Я не понимаю, Константин, что такое «изверитесь»? А, извините. По поводу чего ты извиняешься, я даже не понял. Ну, будет и опт, и розница, естественно, как бы розница, это так вам на пробу, потом только партии хотя бы там от скольки-то будут продаваться. Вот. Ну, примерно на самом деле так и есть. Все, кто у меня полным-полно. И от оптовиков благодарности, и от тех, кто мелким оптом тарился, и по Растану. У меня куча, я бы эти скрины мог каждый день выкладывать.
с благодарностью, что, блядь, заебись, анализы классно, все работает, все почувствовал и так далее. Ну, просто а смысл, что это выкладывать, чтобы люди думали, что я тут пытаюсь себе сделать какую-то, этот самый, ауру честности и правдивости, блядь. Ну, кто меня знает, и так знают, а кто не знает, нахуй что-то доказывать. В итоге наебов напокупается, денег просрет и все равно ко мне придет. Физики, которые типа натуралы, но мэнс-физики у меня тарятся гормоном, да? Хайгетом тарятся мэнс-физики. Растан, как правило, все-таки покупают билдеры, потому что он дороже. Вот. А физики подешевле, да, берут в хайгет. Здорово. Здорово. Растана от джентропина того же. Ну, честно говоря, принципиальное отличие растана от любого гормона, могу сказать очень простое. Растан — это единственный на данный момент в России гормон, имеющий сертификат. Джентропин не имеет сертификата в России. Он как-то по-хитрому сертифицирован, он не в России сертифицирован. Растан – это единственный гормон, который произведен роста на фабрике фармстандарта, единственный гормон, который имеет соответствие по всем стандартам сертификации, блядь, лекарственных препаратов. Ну и, соответственно, отличие его заключается, ну, как вам объяснить? Ну, в том, что, блядь, он работает так, как должен работать гормон роста. Все остальное работает либо слабее, либо никак. Соответственно, ну, блядь, тут сложно сказать-то, надо просто сравнивать. Да, и джина очень много подделок, вы никогда не знаете на выходе, что вы там такое берете. Растан же все очень просто, он идет либо оригинал, либо подделка. Подделку очень... Нет, Диего, это не антиреклама хайгета. Я говорил, что хайгет — это бюджетная версия. То есть она рабочая, блядь, но в сравнении с растаном он слаб. Я ставил его сам, я пытался, естественно, с целью экономии перейти на хайгет, но нет, это не тот уровень, это, то есть, ну, все принципиально зависит от уровня. Когда тебе есть с чем сравнивать, вот, когда тебе есть с чем сравнивать, то ты понимаешь, как бы, о чем речь. Заливает от любого гормона роста, просто от некоторых льет постоянно, от некоторых льет только первоначально. И вообще вся хитрость вот этого заливания заключается в том, что там есть определенная специальная сколонизированная бактерия, которая размножается либо внутри клетки, либо снаружи. Так вот, если она начинает снаружи размножаться, заливает сильно. Если размножается изнутри, заливает слабо. А это как раз зависит от того фармстандарта этого гормона, да, либо он такой вот, ну, привезенный, где немножко другой уровень сертификации и все значительно проще. Вот, поэтому то, что заливает, в этом нет ничего страшного, у всех тем более своя реакция, кого-то сильнее льет, кого-то слабее льет. Но факт остается фактом, самый сильный гормон, который вы почувствуете, это растан. Хайгет вы почувствуете, безусловно, но на себе могу сказать однозначно, хайгета нужно ставить больше. То, чего вы поставите десятку растана, хайгета вам нужно будет поставить, ну, пятнашку, ну, двадцатку. Поэтому, как бы, я не знаю. Кому что больше нравится. Вот. Не знаю, я еще раз говорю. Сейчас куча говна всякого развелось. И все на самом деле настолько банально и просто. Все пытаются заработать. В Китае существует всего лишь 2 или 3 завода, на которых делается сертифицированно в Китае гормон роста. Все остальное — это полуподпольные такие фабрички, на которых вам ноунейм наштампуют и наклеют вашу этикетку. И будет он вам показывать какое-нибудь завышенное СТГ, и будет вам, как бы, типа гормон роста. И что вы думаете? Хитрые ребята делают очень просто. Они едут в Китай, размещают свой заказ на этих самых маленьких фабричках, потом притаскивают это все сюда и продают под видом чудодейственного гормона. А-ля киктропины всякие там, хрентропины и прочие тропины. Это все как бы сделано в Китае, но... Китай, Китаю рознь, есть Китай оригинал, сделанный на большом заводе, вот. А есть Китай, соответственно, сделанный по... Слушай, я уже не первый раз тебя вижу, иди туда, откуда это, да? Ты понял, ты вчера еще мне разводил тут от имени Лиза всякую херню. Я понимаю, что фанатская база Вадима, она преследует везде,
Но, честно говоря, я же тоже не фантик, блядь. Мне не интересно, как бы вам на это играть театр тут для вас. Так, вот, соответственно, ответил на вопрос, что как бы, ну, Китай, Китай рознь, есть гормон, который сделан на официальном заводе, а есть такие полуподпольные все-таки там же, где сыпется другое всякое говно, и наштампуют, этикеток наклеят, и пожалуйста, берите. Ну, хочешь узнать мое мнение, ходи, я не хочу выражать свое мнение. Я вообще, в принципе, по поводу того, кто чем торгует, да, как бы, блядь, свое мнение не выражаю. Я могу сказать за себя, блядь, что у меня все качественно и рабочее. А за других, блядь, я ничего говорить не буду. За других пускай другие сами говорят. Ну, я надеюсь, я на ваши вопросы ответил. Про блокатор миостатина слышал. Ну, на вашем месте я бы не рисковал. Я даже могу сказать, почему. Сказать почему, на самом деле все очень просто. Это такая настолько неопробированная, блядь, не доказавшая себя вещь, которая по большому счету, блядь, эксперименты на которой, да, эксперименты которой будут проводиться сейчас на вас. То есть вы автоматически платите деньги за то, что на вас еще эксперимент ставят. Ну, хуй знает, я бы на вашем месте задумался. То есть вам продают то, что, блядь, еще по большому счету... Так, сейчас отвечу. Да знаю я, что это замутило фармаком, блядь. Но если уж говорить откровенно, фармакома фарма-то не рабочая. Вот. Короче, ну, естественно, юзают атлеты. Те на халяву подбрасывают всякую, на тебе посылочку. Выгрузи, что ты поюзал, ты выгружаешь. Так, по поводу гормона без фармы. По поводу гормона без фармы, он поддержит тебя между курсами, да. Он поможет тебе восстановиться после травм, да. Немножечко поработает как такое энергетическое средство, то есть, ну, силовые поддержат. Что там еще? Ну, как тебе сказать, интенсивность тренировок позволит поддержать на более высоком уровне, это да. Ну, естественно, основная цель, конечно, использовать в совокупности для того, чтобы набирать более качественное мясо, для того, чтобы это мясо вообще, в принципе, набиралось, а не просто играть в игру по принципу «залился, слился, слился, залился». Да? Вот, поэтому, конечно, гормон, безусловно, нужен, ну, вот, но, опять же, с оговорками. То есть, как бы, ну, на любительском уровне это совсем другое количество единиц. Там, в вашем случае это, возможно, 5 единиц вполне будет достаточно, чтобы никакого вреда себе не причинить, а извлечь исключительно пользу. Потому что дозировки больше 10 единиц для вас, как для любителей, они не нужны, и они уже опасны. Про меня в Геркулесе напишут статейку. Ну, напишут, напишут, не напишут и не напишут. СП Лапс вставил рабочий препарат. Я смотрю, что-то не хочешь ты на дочь этими вопросами интересоваться. У меня интересуешься, да? Олимп тоже рабочий вполне себе. Чтобы личку не засорить, сложность отправки в Сибирь. Никакой сложности по отправке ни по России, ни за рубеж нету. Отправляется все курьеркой ЕМС. Соответственно, по России доставка это всего лишь несколько дней, это очень быстро и привозят прямо в руки. Стоимость флакона Растана 6000 рублей, количество единиц 45 во флаконе. Скидок нету, цена для всех одинаковая. Про левроны уже говорили столько раз, что уже язык болит говорить про левроны. СП жопу рвет. Не могу сказать, почему, потому что от СП у меня был только трен. Трен энантат, и очень даже хорошо заходило. Вот. Что еще сегодня нового было? Была такая охренительная сильная гроза. Вот. Возможно, от пропика. Вы, наверное, пропик брали. Потому что трен энантат очень мягкий, хороший был. А если говорить про пропик, ну что удивляетесь? Пропик любой фирмы будет больной. Это нормально.
Микс теста. Миксованное тесто тоже, как правило, воспаляется. Ну а с пропеком, я же говорю, это нормально. Тут любой. Он олимповский пропек тоже очень больной, кстати. У меня от олимповского пропека уколы болят. В Украину тоже есть, да. Есть доставка. А, так вот, была такая, бля, сильная гроза. Короче, что одна молния влупила прямо рядом, короче, у меня с окном, так близко, что я треск электрический слышал. Бля, я с перепугу подпрыгнул и в комнату убежал, короче. Вот это было страшно, блядь. Так близко молния, чтобы засадило, что электрический треск слышать, это пиздец. У меня была форточка открыта, бля, я так испугался. Чуть не обкакался. Я думал, все это за мной. Да это вообще страх, я бы, наверное, обоссался бы, блин. Обосрался бы, убило бы нахер. Да, я тоже уже подумал, блядь, Арнольд Классик, Прага Про, все дела, все турниры уже про себя пере, это самая диета. В ванну надо было бежать, блядь, хоть спасибо, хоть сказал, хоть знать буду, а почему в ванну? Потому что дом рубли, точно, 100% ты прав. Это все из-за дом.ру. Ебучий интернет, да? Но шутка хорошая. Не знаю, я фармаком не ставлю с 2014 года, ничего не могу сказать. Но ни от кого из своих знакомых восторженных высказываний, не рекламных, не слышал. Это все, что я могу по этому поводу сказать. От себя ничего не могу сказать, я его не ставлю. А, блядь, был какой-то интересный вопрос, но я, блядь, не помню, что вы спросили. Вульф, понятно, что откатил, у него операция была. Он тоже человек, блядь, что, все время, что ли, здоровый должен ходить? А, вот, торговая деятельность, и Миронов, порно. Я тоже не очень понял связи. Какая связь между торговой деятельностью? Я что, торгую чем-то запрещенными? Кокаин продаю, что ли, или что, или героин? Я только песню пою. Оп, оп, героины, оп. Это да. А торгую я тем, что в итоге все же и покупают. Так что не очень понимаю, блядь, в чем сравнение с дрочащим перед камерой Серегой. Но то, что Кадзоев хочет выступить на Московской Олимпии, я знаю уже как год. Вот, поэтому я не знаю, какие новости вы читаете. Я, наверное, узнаю их немного раньше, чем вы читаете в железном рейтинге. В общем-то, да. Проще спросить меня, быстрее узнаете, чем в железном рейтинге. Это да. Это факт. Так а какие шансы? Самые сильные из всех, у кого могут быть. Малиновым вареньем. Ну, спасибо тебе, подразни меня еще малиновым вареньем. Кадзоев как был сильнейшим спортсменом, так и остается. Нет, нет, это, конечно, нет. Тут не за что доебываться. Про Олимп, да, я могу лично свое мнение сказать, что как бы я Олимп использую, и Олимп работает. Насколько он работает, естественно, я, ну, не берусь сказать, потому что
Ну а как это проверишь? Можно только понять в целом, работает или нет. Да, работает. И вот не очень понимаю, только зачем ты под аватаркой Лиза сидишь? Войди ты с нормального аккаунта. Че ты, блядь, под какой-то девочкой сидишь? Казин, нет, не пью, я ем творог, я из протеина, сейчас у меня только изолят. Ой. Вообще из спортпита идут аминокислоты, БЦАшки и изолят. Да не, просто зеваю, может, воздуха не хватает. Понятно. Ну ладно. Какой творог? Да любой, главное, чтобы обезжиренный был. Разница-то. Ребят, там какой-то человек увидел кого-то жирного. Помогите, помогите долбоебу отыскать дорогу обратно. Это называется вот так. Брокколи иногда. Ну, я херачу и БЦА, и глютамин, естественно. Не знаю, в общем, заниматься вещи. Ну, как заставить себя? Да как и все заставляют, в принципе. Ну, что делать? Я думаю, что 3 раза в неделю не так сложно, даже будучи офисным планктоном, после работы заглянуть в зал, да разогнать немножко кровь. Ну, я понимаю, согласен, это как бы сложновато. Я думаю, что в данном случае компашка нужна просто. Реально компашка, чтобы тебе было с кем после работы вдвоем целенаправленно ехать в зал, будет намного бодрее это все. С клиентами, да, согласен, много психики очень сильно. Вот, отдавать приходится энергии. Ну, что сделаешь? Да, целесообразно, конечно. Днем надо ставить утром и вечером. По факту надо ставить, естественно, и еще, но как бы если мы говорим о 10 единицах, то да, утром, вечером. Ну, естественно, рыбьим жиром это все сдабривать, хорошим количеством рыбьего жира, вы же понимаете. 30 единиц это борщ, нахуй не надо 30 единиц ставить. Какие в жопу 30 единиц? На каком уровне? Что, на Мистер Олимпия готовите, что ли, 30 единиц вам ставить? Да, кушал. Кашу рисовую на молоке. Нет, ну уже какое молоко? Нет, конечно. Врагов нет и сразу скучно. Да. Ну так естественно. В себя прихожу, когда, конечно. Мне нравится от Леврона, да. Изолят мне очень нравится. Ставил. Ну а почему нет? Нормально. Какая разница, 250 или 300, вообще по барабану. Ежу понятно, что там нету 300. Там не факт, что и 250-то есть.
замануха внутрижелудочном бацаешке. Но это, наверное, немного другой олимп. Ну, что-то там есть по-любому. Никакой разницы. Тем более, что цепионат ты сейчас не так найдешь часто, как энантат. Энантат распространен больше. Это да, Диего. БЦАшки это повкуснее. Не-а, я даже не знаю, что это такое. Не, БЦАшки, на самом деле, он ничего такого глупого не сказал. Человек, который не использует фармакологию, я уже об этом говорил в видео, он очень даже хорошо чувствует, работает спортпит или нет. БЦАшки с глютамином, там, L-карнитин, эти вещи очень хорошо можно почувствовать, если сравнивать свое состояние с ними или без них. Поэтому тут я с тобой не соглашусь. Их нельзя почувствовать на фоне большого количества фарша, это да. А без фарша почувствуешь. Не аминопектин, а амилопектин. Господи, какие же вы дикие. Не могу сказать, ну как бы, блядь. Ну, проверон у меня в рамках того, что у меня сейчас расписано, присутствует. Не знаю, что значит серьезный стул. У меня столько приложений в телефоне, что у меня и так тупит уже, бедный. ГСПГ нет. Эх, блин, да что ж такое-то? ПКТ, ну когда ПКТ еще далеко, поэтому когда будет, конечно, расскажу. Я все, ребят, не могу. По-моему, мне надо на полчасика прикорнуть. Сейчас не буду разводить долгие дебаты по поводу гормональных всяких вещей. Что зачем следить, что с чем. Я вам хочу сказать, что вы не на те вещи, блядь, обращаете максимальное внимание. К сожалению, блядь, но это факт, еще ни один специалист, который себя априори заявляет специалистом и консультирует всех по поводу анализов и прочих дел, никого еще, блядь, до нормальной, адекватной чемпионской формы не довел. Так что, знаете, у меня есть свое видение того, что важно, а что не столь важно. И уж поверьте, вам я этого рассказывать не буду. Почему? Потому что зачем делиться тем, что работает? Пускай все хавают то, что не работает. Ну, вот такая вот моя политика, да. Я сейчас на пике. У меня хайгет $80. Что такое 5 косарей, я не знаю. У меня он стоит $80. Да нет, охуенный буду не один, но зачем, бля? Есть такие вещи, которые, ну, не рассказывают даже за бабки.
6 косарей, я знаю, потому что я его продаю, все правильно. Я молодец, кто молодец, я молодец. Даже родственникам, точно. Здорово, здорово. Ну ладно, чувствую, иссякли, короче, ваши вопросы, а у меня, соответственно, иссякли ответы. Я думаю, на сегодня хватит. Пойду полежу, хотя я уже лежу, только без вас.